сегодняшнего дня официально открыт единственный городской пляж – Еловское водохранилище. Подготовку провели еще в мае. Очистили дно, завезли свежий песок и облагородили береговую зону. А взятые накануне пробы воды подтвердили пригодность водоема для купания. Там были проверены спасательные оборудования, квалифицированные спасатели. Также проверено, все ли знаки стоят там установлены. Допустим, запрещение маломерным судам там движения, с собаками вход, распитие спиртных напитков. Вместе со спасателями на водоеме постоянно дежурит медицинский работник. Открыт пункт охраны. Эксплуатироваться городской пляж будет до 31 августа.